Всем привет! Вы на канале Не Секта Арт. И сегодня я хотела бы открыть вместе с вами прекрасную коробочку из Леонардо. Я просто хотела поделиться своими первыми эмоциями, когда я открою коробку. Вы серьезно? Как это мило! Они еще так мило резиночкой перетянуты. Так я выгляжу. И вижу там что-то волшебное. А может, не волшебное. Гениально. Ой, а что это такое? Я так обрадовалась, так красиво выглядела, а это возьми каталогу бесплатно. Вы серьезно? Да, серьезно. Ну, может быть, кто-то шьет такие игрушечки. Я даже переработать это не могу. Заказала я себе большой акриловый белый грунт Таир. Хороший акриловый грунт. Вот у меня есть холстики. Ну вот тонко, прям тонко, тонкий слой видно даже через это, но он белый. Это уже проклеенные, прогрунтованные холсты. О, как это мило. Мне положили конвертик. Конвертики мне нужны. И Таир проклейка для холста. Она у меня уже была, но потом я решила, что буду пользоваться дорогим, любимым желатином. Вот, это желатин. Он у меня, в принципе, уже готов. Это же тоже натуральный клей. Я отказалась от такого грунта. Проклейки. Дело в одинаковости самого вещества и цены, но за исключением того, что здесь уже есть вещества, которые позволяют не испортиться холсту, а желатин — это же прекрасная среда для развития плесени и прочей гадости. Вот я смотрю на него, и он же прям прекрасен, как чашечка Петри для плесени и прочей гадости. Позже я расскажу, как я все это делаю, как я проклеиваю. Но сейчас самое основное. У меня же здесь набор карандашей вообще. Перо. Прикольно такое вообще, прям. У меня нет еще такого, по-моему, пера. Разворачиваю. Они еще так мило резиночкой перетянуты. Раз, два, три, четыре. A few moments later. 14-15 карандашей. Не, они вообще все приятные такие, прям. Большие. Я так понимаю, что новые карандаши. Это вот они с такие вот, с прямым скошенным концом. А вот здесь вот рисованный. Рисованный, вот еще один нормальный. Вот нормальный рисованный. Белый рисованный. Вот нормальный рисованный. Мне доставили наполовину изрисованные карандаши на несколько тысяч рублей. Ну и такие немножечко покоцанные. Ну как бы у меня... Я думала, что Дервент не ломается. У меня упал карандаш. Вот. И он сломался. Рисованные и ломанные. Надо будет так назвать это видео. Рисованные и ломанные. А, значит, вот у меня 15, и должен быть контур. Что из этого
контур. Тут же все подписано. Подписано. А, солнечный желтый. Поля, вот это вот лугов, цвет лугов зеленый. Мой ломанный светло-оливковый. А, я нашла аутлайнер контур. Я нашла, он просто вот как черный. И вот сейчас самое главное расстройство. Я заказала мандариновый оранжевый, а мне пришел спектральный оранжевый и акварельный. А здесь как бы у меня Inktense, на секундочку. Вообще провал просто. Тоже вот зеленый. А, это, наверное, цвет коры. Такой вот он темный. Чили, красный чили. Античный белый. И цвет лагуна. Карминовый, розовый, который голубой, фиолетовый, черный, ink black и лимонный, щербетный. Вот этих ребят я попробую. Вот я переоденусь и буду рассказывать вам все про проклейку, про грунтовку своих холстов. И увидимся дальше. Смотрите. Забыла сказать. Я хочу карандашики-то свои на чем попробовать. У меня вот есть белая хлопковая маечка, 100% хлопок. У меня есть из спандекса маечка Gloria Jeans. Она вот тянется прям вообще очень хорошо. Потом есть черный. У меня же не зря белый античный. Вот, черная маечка, тоже хочу попробовать, может быть, сзади что-то сделать. Она старенькая такая уже. И самое сложное, это 100% шифон, шарфик. Такая вот моя будет штучка с моей подписью. Карандашики. Буду их пробовать на ткани, какие есть. В следующем видео будет про холсты, про грунтовку и про клейку. Пока-пока.